Прокуратура Мангистауской области выявила факты нарушения прав больных онкологии. В ходе проверки сотрудники надзорного органа выявили, что лечащие врачи не направили пациентов с третьей и четвертой стадиями болезни на медико-социальную экспертизу для назначения инвалидности. Таким образом, онкобольных лишили возможности оформить гарантированные соцвыплаты. Число пациентов данной категории 1704 человека, 661 из них не были своевременно направлены на медико-социальную помощь. Это серьезное упущение. В целях устранения выявленных нарушений внесен акт прокурорского надзора.